Обучать правилам дорожного движения и показывать интересные уголки родного города, совместить приятное с полезным в Химках взялись специально обученные волонтеры-инспекторы, которые принимают к себе в команду юных любителей прокатиться с ветерком. Начинающим любителям велосипедов и самокатов наглядно демонстрируют, как безопасно вести себя на дорогах. Мы разработали маршрут, предоставили инструктора. И вот теперь вот наши волонтеры сопровождают детишек в этом увлекательном путешествии, так сказать, по улицам родного города. В экскурсиях принимают участие дети от 7 лет. Максимальное число ребят в заезде – 30 человек. Защитное обмундирование выдают организаторы акции. В рамках партийного проекта «Партия «Единая Россия. Безопасные дороги» совместно с юными инспекторами движения прошла такая экскурсия по городскому округу Химки. Выбор маршрута, прежде всего, он должен был быть и интересный для юных инспекторов движения, и также он должен быть познавательным, чтобы они поняли немножко историю городского округа Химки. Каждая экскурсия длится 1,5 часа. Всего их будет 15. Акция пройдет в течение сентября. Александр Сергеев, новости Химки ТВ.